Ну вот. А сейчас я хочу вам исполнить песню, которую мы написали совместно с Борисом Евгеньевичем Тернером. Слова новосибирского автора Юрия Магалифа. Эта песенка сейчас стала известна. Называется она «Магаданский ветерок». Борис Евгеньевич, тряхнем стариной. Прокомпонируй мне, пожалуйста. Квартире номер 9, школьный переулок, дом 1, где под солнцем северным суровым между сопок вырос с Магаданом под снегами. Не сутулится, стоит наряден и высок, и пробегает моих улицей наш магаданский, магаданский ветерок. Знаю я, что здесь под каждой крышей расцветает им с каждым днем. Голоса девчонок и мальчишек часто слышу под своим окном. И за мальчишками, и за девчонками спешит, как будто на урок. Бежит по улице сторонкою наш магаданский, магаданский ветерок. Растут и разлетятся дети, но среди других земель и стран будет им дороже всех на свете их родной далекой Магадан. И все, что сердце заприметило, я в нашей песенке заберег. Так пусть ее подхватит весело наш магаданский, магаданский ветерок. Заприметила я в своей песенке зверек, так пусть ее подхватит весело наш магаданский, магаданский ветерок. Спасибо.